Всем привет! Сегодня хочу рассказать про приложение Лампа. Дело в том, что у некоторых пропали онлайн фильмы, то есть они не могут их смотреть, могут только на торрентах. А основная масса, естественно, пользовалась тем, что смотрели онлайн. И вот сейчас я хочу рассказать, какие плагины я использую для того, чтобы это все работало. В настоящий момент мы можем посмотреть, допустим, вот в тех плагинах, которые я использую сейчас, которые уже прописаны, есть торренты, есть стрим, есть трейлеры. И люди мне пишут в комментариях, у меня кроме трейлеров ничего не появляется. Давайте посмотрим, что нужно для этого сделать. Во-первых, я сразу скажу, что я зашел и в аккаунт. Так, ну по интерфейсу это ваше уже как хотите. Парсер у меня тоже включен, но я практически на торрентах не смотрю, то есть смотрю только онлайн. Торсерф тоже не прописан, хотя он также стоит, но я как бы не пользуюсь торрентом. А, и сразу хочу сказать, дело в том, что я вот сегодня показываю это на приставке, на ТВ-приставке, на которой уже лампа стоит как APK-файл. То есть он установлен, и я могу им пользоваться. Но вы также можете все делать и с помощью Media Station X. То есть, если у вас, допустим, не приставка, а телевизор, вы можете без проблем устанавливать Media Station X и пользоваться лампой. Вот я, кстати, хочу показать. Вот лампа есть обычная, да, а рядом вы видели Light. То есть, в настроечках, мы увидим. Вот, так как у людей есть. То есть вот здесь я еще плагины не прописывал. У меня там один какой-то стоит, лампа, хост, нет, онлайн, GIS, и все. И поэтому, кроме торрентов, он больше ничего не видит. Но самое главное, чтобы вы поняли, что можно пользоваться и Media Station X, а это значит абсолютно на любом телевизоре, потому что Media Station X есть на любой телевизор в магазине приложений. Либо, как мой вариант, установить само приложение LAMP. А также я хочу показать LAMP Light. То есть вы видели, да, что настройки такие, и не было онлайн просмотра. В LAMP онлайн, в LAMP Light немножко все по-другому. То есть вы видите, меню не прячется, все стоит на весь лист. И вы можете смотреть. А здесь уже вы выбираете, какой вы хотите HD-резко, источник, на каком источнике вы хотите посмотреть эти фильмы. Коллапс, Бозон, Алоха. То есть, ну вот, допустим, выбрали VCDN. И, пожалуйста, пользуйтесь. То есть все абсолютно показывает. А для того, чтобы у вас это работало, я вам покажу, какой адрес нужно прописать в Media Station X, на самом Media Station X. Плейлист здесь вот такой. MX, MSX, Nonami, H1N. .ru. Все достаточно. То есть вы ставите. Ну, можно. Давайте зайдем в установку. Вот вы видите, да? MSX Nonami. H1N.ru. Лучше всего перепишите. То есть я, может, где-то точки пропустил или еще что-то. И можете согласиться. Написать да. То есть тем самым вы получите лампу Light. То есть на остальных плейлистах я не встречал лампу Light. Здесь же есть лампа Light.
все, с этим разобрались. То есть из Media Station X я выйду, потому что мне немножко удобнее на самой лампе. А в Media Station X вы можете лампу настраивать точно так же, как и я. И сразу хочу сказать, все плейлисты, какие вы занесете, они все будут действовать. Даже если какой-то не действует, в этом ничего страшного нет. Я вот сейчас вам покажу, какие не плейлисты, а плагины. То есть вот я использую. И каждый из плейлистов мы можем проверить в любой момент. То есть нажав, нет, нет, да, нет, да, нет. Но это еще не все плейлисты. Здесь вы, как видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть плейлистов. Но на самом деле, мне, по крайней мере, известно 9 плейлистов. Плагинов. Плагинов, да, плагинов. Ну, разницы, как я называю, нет. То есть, важно знать, куда вы будете вносить. Давайте еще внесем 3. В конце я сделаю скриншот и все плейлисты покажу на экране. То есть, если вам лень смотреть, вы можете перемотать назад, дальше и посмотреть все плейлисты. Во-первых, переключаем английский язык, вводим HTTP и плейлисты мы поехали вносить. Один из самых лучших — Bazon. То есть мы пишем Bazon. И учтите, что если вы допустили хоть одну ошибку, то у вас этот плейлист работать не будет. Он, по идее, будет, висеть тут в настройках, но он работать точно не будет. И, допустим, вот в этом плейлисте, как в единственном, в котором я нашел, существует слэш. То есть, вот сейчас увидите. Пишем com. Ох. com. И слэш. Слэш обязательно. Все, вот так выглядит плагин. Мы выходим. И даже если он пишет, там не удалось. Я сразу хочу... давайте все-таки Bazon я вам покажу. Здесь мы выходим из приложения. То есть вы помните, да, как было. И сейчас посмотрите, как будет. Появится вот это название Bazon. Ой, забыл. Ох ты что, не работает. Ну, не страшно. То есть я тогда внесу все плагины, какие у меня есть. А вы уже попробуйте, как у вас будет. Так, еще у нас Lib. Так, Bazon, Lib, Gin, Sisi. Есть такой плагин. Сиси. Точка. Ам. Слэш миам. 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 Точка. Здесь. И выходим. Так.
И опять заходим. Тоже нет. Ну и все, тогда последний остался. А еще раз: Сиси, Базон, Лип, Джин, Арк ТВ, Вуд. Так, вот этот Арк ТВ фильм микс неправильный. Мы его удаляем. Тут все, достаточно удержать его. В следующий раз, когда мы зайдем, он уже не, его здесь не будет. А, то есть один удалим. Джин Energy Light. И ламп. То есть получается еще два. Ну хорошо, ладно. Ну а для этого, вот смотрите, тот был лист. Сейчас заходим, его уже нету. То есть достаточно было удержать секунду. Ну может 2 секунды. Добавляем плагин. Так, переключаем язык. И пишем. Здесь немножко такой замудренный. F 0 6 12 0 13. XSPH. Перескакивает. .ru. /. Забава. Точка. Джис. И назад шагаем. Так. Сиси, Лип, Джис Энерджи Онлайн был, Базон был. И вот этот Арк ТВ. Ой, давайте все сейчас сделаем сразу же, и они добавятся без проблем. И вы увидите, как изменится интерфейс самой программе. Насколько будет больше доступно фильмов или мест, откуда можно их смотреть. То есть мы пишем Арк МВ. Эрк. Аркмви. .ру. .ру. Filmix. А, слышь? Ой, фильм. Ох, черт, здесь как потух экран. Filmix. Назад. Да. И теперь мы выходим. Ой, мы не вышли. Да, выйти.
Запускаем лампу. Так, еще раз у меня получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Показывает, что рабочих 2, но тем не менее я бы на вашем месте все-таки также занес все абсолютно эти плагины, ну либо работали, либо будут работать, либо вот как-то так. Ну и посмотрим, изменился интерфейс. Нет, получается только доступен Steam. Ну ладно, в Steam вот так вот все происходит, то есть мы можем, я не знаю, изменять источники есть смысл или нет. Ну, может быть, если хотите, можете изменять. То есть, здесь резко есть. Так, видео CDN, резко, кинобаза, коллапс. Ну, давайте резко поставим. Ну, если уже у вас работать не будет, тогда вот сделайте так. То есть, украинский дубляж. Ой, телевизор выключит через 5 минут. Ну, ничего страшного. Вот так вот. То есть, все включаете, все смотрите. Ну, пока только работает Steam. Я думаю, что если будут новые плагины, то я в описании их просто под видео напишу в виде комментария. То есть, если это видео вам было полезно, и вы вылечили свою лампу, хоть на Media Station, хоть где, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. На этом все. Всем пока. Наконец-то можно включить.